выкажи. Чуть-чуть, наверное, да?
такой вот домик, друзья, получился. Ниже на скале будет надпись. Я думаю, скорее всего, на румынском языке. А домик на горбуле получился ничего так. Печечка. Да, и уголком вот получается вот такие вот полосы. Уголком. Очень неплохо смотрится. Здесь немножко подшлифуется, закруглится все. И готовую работу покажу еще. Нарисовал я текст. Буквы как обычно, только это латинская графика. Буквы писал для видео специально. Обычно я так не закрашиваю, но рисовал для тех, кто учится резать. Это так я вижу в голове текст. Есть у меня вот такая вот пластинка. Это можно сделать даже из бутылки. Но у меня была коробка от наушников. И вырезал такую полосочку. И вот на полукруглых вещах, заготовках можно рисовать линии. То есть даже на круглых, как хочешь, она гнется. Вот таким образом я накидал линии, потом разделил на буквы. Начинаю резать.
друзья, вот значит мой горбылик вырезан и окрашен. Красил я как морилкой, так и гуашью. Сейчас мне осталось подшлифовать надпись здесь на румынском языке, то есть латинской графикой. Обозначает это «Я и дом мой будем служить Господу» из Ветхого Завета надпись. А на румынском она звучит так: «Еу, щека самя, вам служи дом мой». Значит, сейчас приступаем к шлифовке. Беру я наждачку, значит, не слишком мелкую, но и не слишком крупную. Нумерацию вам ее не скажу, но так скажем, чтобы совсем не драть буквы, но нам нужно стереть поверхность, то есть убрать слой морилки и придать буквам видимость. Вот таким вот образом. Ну и на домике тоже поработать с тенями. Где-то, может быть, потом взять помельче. Если слишком большие царапины, то берем помельче. И так вот начинаем это все дело обрабатывать. Значит, сейчас зашлифую и посмотрим, что у нас получится. Значит, вот что у нас получилось. Пошлифовал я наждачкой, придал оттенки. И сейчас я буду это дело покрывать лаком. Под лаком немножко видоизменится тона. Мы посмотрим, что получится. Вот так вот выглядит картина под нитролаком. Сейчас я беру мелкую наждачечку, сбиваю ворс. Хотя его здесь и немного, но все же собью ворс и покрою яхтным лаком, чтобы было покрыто хорошо лаком. Редко я это делаю, но хочется ее залить лаком. Вот и все, друзья. Покрыл я яхтным лаком, и очень хорошо глянец сидит на данной картинке, особенно буквы. Конечно, мне художники говорили, не покрывай резные работы лаком, потому что они выглядят как литые из гипса. Действительно, такая работа может выглядеть как из гипса. Из гипса работы под дерево подделывают и их заливают лаком, они именно так и выглядят. Ну и деревянные тоже покрывают лаком, так что ничего страшного в этом нету. Главное, что сама картинка очень красивенько будет смотреться. Но больше я работаю мастикой восковой. Вот такая вот работка. Всем удачки. Пока-пока.